день, дорогие участники сегодняшнего нашего мероприятия «Круглого стола». Наша встреча будет проходить под знаком празднования Дня Ивангородской крепости. Этот праздник был задуман нами в рамках реализации совместного российско-финляндского проекта «От крепости к крепости». И вот уже в течение 7 лет, начиная с 2013 года, мы упорно реализуем наш замечательный музейный проект. Малом пороховом амбаре на территории крепости он должен стать еще одной ступенькой, которая приблизит нас к достижению поставленной цели. И прежде чем приступить к обсуждению, к непосредственно нашей сегодняшней встрече, мне бы хотелось поблагодарить Наталью Белоцерковскую, председателя Координационного совета национально-культурных обществ города Нарвы, за предоставленную выставку, которую вы можете видеть здесь. Это из архивов Крингольской мануфактуры выставка, которая рассказывает о наших замечательных истории, наших замечательных фабрик. Главная наша цель – это, конечно, возрождение на территории Ивангородской крепости певческих праздников. И, по моему мнению, глубокому убеждению, мне кажется, что это был бы один из лучших таких вот форматов использовать нашу крепость именно в день Ивангородской крепости. Это и библиотеки, это и краеведы. Они поделятся с нами знаниями. Докладчик, я хочу дать ему слово. Штекельберг закончил с отличием пажеский корпус. Происходил из семьи профессиональных военных. Его отец был генералом от кавалерии и закончил службу генералом от кавалерии, эмигрировав в 1918 году, оставив после себя цветущий оркестр и музей. Аудиенцию у императора по поводу организации оркестра. Ну, представим себе аудиенцию простого человека, кого-нибудь из нас, у первого лица государства. Это можно представить, какие эмоции останутся у такого человека. И Александр III ему тогда сказал следующее. «Пожалуйста, наберите мне оркестр, чтобы он состоял не менее чем из 100 человек, чтобы музыканты могли играть и на духовом, и на струнном инструменте, дабы можно было играть где-то на парадах, где-то какую-то официальную музыку на духовых инструментах и бальную музыку на струнных». Почти 1200 концертов и произведения были обыграны, произведения 280 композиторов. Чем отличился Штекельберг? Он при оркестре организовал музей. Музей, хранителем которого, вот инструментов которого я в настоящее время и являюсь. Ну и еще хотелось бы упомянуть еще об одном немце, с которым вместе работал Штекельберг по организации оркестра, по набору оркестра и вообще по составу, по написанию устава и так далее, и так далее. Это принц Александр Петрович Ольденбургский. Если мы говорим об отечественной медицине, а особенно об институте экспериментальной медицины, то это благодаря ему. И если бы не он, не знаю, имели бы мы первого Нобелевского лауреата Павлова. Так что вот что такое Александр Петрович Ольденбургский. И он несколько лет играл в октете корнетов вместе с Александром III. Я хочу вас поприветствовать от всего коллектива музейного агентства. В состав нашего объединения входит 28 филиалов. У нас работает около 400 человек, и все мы шлем вам самые добрые пожелания. Я также хотела бы передать вам приветствие от председателя комитета по культуре Евгения Валерьевича Чайковского. Дело в том, что комитет по культуре планирует сделать певческий праздник областным мероприятием, но здесь есть такая конкурентная обстановка. Ивангород является не единственным претендентом на это мероприятие, я думаю... Здравствуйте. В этом году в Эстонии празднуют
празднуется 150-летие первого общеэстонско-печеского праздника. В Эстонии проходили очень много и разных типных печеских праздников. Нарва. Так что это далеко, там в Морской губернии, на реке Мана, в 1907 году был основан поселок Нарва. До этого там жили просто те, которые были высланы в Сибирь. Это такой небольшой поселок, где живет 1200 человек. Они главным образом занимаются обработкой леса, но она известна тем, что теперь ежегодно проводятся фестивали Высоцк и Сибирь. Я тоже одна потомка тех, которые добровольно уехали в Россию. Вот на 17-й год до начала революции в России было 318 эстонских поселений. Ну, как мы здесь все-таки рядом Петербург, поэтому эстонцы жили в Петербурге, в Кронштадте. Но еще было, кроме этих двух больших поселений, было еще 96. Так что петербургские губернии были уезды, Вдовские, Ямбургские, Петерговские, Царскосельские, Лужские и Сушебырские, где тоже были довольно большие поселения. Так что первый день была посвящена духовная музыка. Значит, тогда играли оркестры, произведения Моцарта, там нарвские дирижеры выступали, и также объединенный смешанный хоры. Началась Первая мировая война, революция, уже было не того. Так что вот это такой праздник пошел в историю, первый и единственный. Проходил в 1913 году, но когда я готовилась к этому выступлению, я вообще люблю копаться в глубину, да, вообще откуда пошла идея проведения певческих праздников. Оказывается, 19 век в Центральной Европе действительно начинается хоровое движение. И первые это певческие праздники проходили в Германии и Швейцарии. Это в Германии 1845 год, а в Швейцарии 1858 год. Эти мероприятия действительно проходили вот совместным хоровым пением. И надо отдать должное, что прибалтийские страны, именно Литва, Латвия и Эстония, очень быстро подхватили вот эту идею. И в Эстонии хоровое движение тоже начало развиваться в начале 20 века. Безусловно, эти праздники проходили и в Нарве. И 21 февраля 2013 года проходили очень большие мероприятия и в Нарве, и в Вангороде. Как вы знаете, да, в честь 300-летия дома Романовых сохранились и здания, которые были открыты. Это больницы и на территории Вангорода, и на территории Нарвы. И я так думаю, что первый певческий праздник 2013 года был тоже приурочен именно к этой дате. Хотя мне не удалось найти никаких документов, которые бы это подтверждали, но я думаю, что именно с этим было связано. Вот благодаря коллекционерам удается иногда найти все-таки редкие фотографии. Здесь вы видите как раз мужской хор, который был при Кренгольмской мануфактуре. Как я говорила, число участников было 1500, а посетителей около 5000. Он был не таким многочисленным, как предыдущее представление. В настоящий момент оно в плачевном состоянии, но будем надеяться, что эстонцы на самом деле большие молодцы, они очень трепетно относятся к своей нематериальной культуре, да, и надо сказать, что именно певческие праздники Латвии, Литвы и Эстонии в 2003 году были взяты под охрану ЮНЕСКО как именно нематериальной культуры.
Здравствуйте. Печоры – это один из 24 районных центров Псковской области. Самый западный районный центр. И город Печоры находится на границе. Всего в 1,5 километрах от Печор граница с Эстонской республикой, в 30 с Латвией. С давних пор привлекают художников, писателей, историков, ученых. Богатая песенная культура края, которая своими корнями уходит вглубь веков. Необычайно ярко в Печорах отпраздновали День русского просвещения 24 мая 1924 года. Он был посвящен 125-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и приурочен к церковному празднику Дню поминовения святых Кирилла и Мефодия. А уже на следующий год День русского просвещения праздновался не только в Печорах, но и в Изборске, Лаврах и других населенных пунктах края. Причем эти праздники, как правило, посвящались юбилеям русских писателей, композиторов, художников. В этот день в городе и в деревнях устраивались большие концерты с разнообразной программой, выступления хоров, музыкантов, танцевальных коллективов, лотерея. В программу праздника входили выступления ораторов, лекции о русских писателях. К середине 20-х годов начали раздаваться голоса интеллигенции о том, что одних лишь концертов или участия местных хоров в праздновании Дней Просвещения недостаточно. Необходимо проводить более широкие по масштабу хоровые праздники с участием большого числа хоровых коллективов. Они должны быть регионального и общегосударственного уровня. Так стали проводиться праздники песни, сначала краевые, а с 1937 году общегосударственные. На нашей земле переплелись традиции песенных праздников Эстонии и Псковщины. И сегодня здесь уже упоминалось о первом празднике певческом на Псковской земле 1911 года. Так вот, потом предпринимались попытки возродить этот праздник в Пскове, но он состоялся лишь к столетию первого русского народного певческого праздника, и он прошел 21-22 мая 2011 года, к столетию. Он явился началом воскрешения памяти величайшего события в культурной и просветительской жизни России. Ирина Николаевна, я из Нарвского музея. У меня сегодня краткое сообщение, библиографический обзор по певческим праздникам, которые проходили в Нарве до 1940 года. Надо отметить, что вообще музыкальная жизнь Нарвы до конца 19-го, до 40-го года была, конечно, очень богатой и разнообразной. И в основном она складывалась, конечно, из деятельности местных музыкальных коллективов. Это хоры, оркестры, различных кружков, общества, устройств, певческих праздников и так далее. И как уже отмечала Татьяна Климина, с середины 19 века по всей Эстонии усиленно начали создаваться хоры. Нарва, конечно, не осталась в стороне, Татьяна уже про это говорила. В 1874 году в Нарве было создано Нарвско-эстонское общество, а они же явились организатором первого певческого праздника в Нарве, который прошел 28 июня 1892 года. Праздник проводился в парке эстонского общества на Петровском форштате. Участвовало 12 коллективов разных эстонских селений. И здесь я хочу отметить, что хор льнопредельной мануфактуры, который руководил Ханс Отс, как Татьяна уже опять же упоминала, был признан лучшим смешанным хором на этом празднике. Следующим масштабным мероприятием – это праздник, певческий праздник эстонских поселений Российского государства, прошедший 23-24 июня 1912 года. О нем уже, в общем-то, рассказала Айви Вестер. Это один из самых масштабных праздников.
9-10 июня состоялся первый певческий праздник, который был подготовлен нашим кружком преподавателей-любителей пения. Был праздник песни, который прошел 22-24 июня 1924 года. И был посвящен пятилетию окончания освободительной войны. Надо отметить, что к этому времени административная принадлежность Нарвы и Приноровья, она изменилась. Они уже вошли в состав суверенной Эстонской республики. В Нарве просветительное общество «Святогор» приняло решение о проведении в Нарве именно краевых праздников русской песни. В июне 1933 года это состоялся первый краевой день русской песни. В мае 1934 года прошел второй краевой день русской песни. Также организатором выступило Нарвское общество «Святогор». А в июне 1936 года состоялся третий краевой день русской песни. Здесь уже организатором явилось Приноровское бюро Союза русских просветительных и благотворительных обществ. Эстоноязычная пресса, она тоже, конечно, не прошла мимо. Так, например, благодаря основательной подготовке, писала Ус Эсти, русский певческий праздник удался. В газете «Пяйвалект» отмечался небывалый наплыв народа на все концерты слета русских хоров. За возможность попасть на концерт за билет переплачивали в 10 раз. Любое событие, любое явление живет ровно столько, сколько о нем помнят люди. И наше с вами сегодняшнее мероприятие – наглядный пример этому. Звучавшие прекрасные доклады со всех сторон освещают события, бывшие в сравнительно недалеком прошлом на наших территориях. Мои студенты проработали огромное количество материалов и очень много сайтов можно назвать, где содержатся интересные материалы. Это в первую очередь, конечно, межмузейный сайт MUIS.EE. Кроме межмузейного сайта, это Russian Estonia, это Венархив и целый ряд других источников. Девушки очень хорошо, достаточно масштабно рассказали и о празднике в Печорах, и о праздниках в Нарве. Но я сейчас посвящаю свои слова только празднику в Нарве 1937 года. И если учесть, что численность населения русских, русскоговорящих в то время в Эстонии была значительно меньше, чем сейчас, и Нарва по размерам, по масштабам была менее, скажем, населенная, просто хочется преклонить голову перед нашими предками. Какого же уровня была проведена работа, чтобы такие масштабные праздники провести? Вот мы сейчас как ни стараемся работать, у нас такого уровня праздники пока не получаются. В 1991 году был воссоздан союз, но уже не русских просветительских благотворительных обществ в Эстонии, а славянских. И основателем этого союза был Николай Васильевич Соловей вместе со своими коллегами. Я влилась в этот союз со своей организацией несколько позже. И благодаря Николаю Васильевичу Соловью в Эстонии была создана и до сих пор достаточно успешно существует сеть организаций славянской русской культурной направленности. Любовь к
русской песни. Я получила от моих бабушек, родина которых Пензенская область, деревня на реке Хопёр. Ну, конечно, я первую экспедицию совершила в это место. И затем уже были экспедиции по Саратовской области, по Самарской области. Ну, накопила свой материал, и он просился, чтобы я наконец его применила на практике. Пензенская ночка, мало не величко. Мероприятие получилось. Я хочу поблагодарить Ирину Николаевну, ее дружный коллектив Ивангородского музея, ивангородцев, кто приехал, особенно наших нарвских коллег, с интереснейшими докладами по истории певческих фестивалей при Нарве. Спасибо вам большое, творческих успехов, ну и до новых встреч на Ивангородской земле. Спасибо. Thank you.
самые дорогие друзья, постоянные участники наших культурных мероприятий, вечеров музыки, вечеров песни. Насколько важны такие вообще мероприятия, насколько часто вы будете их проводить и насколько они нужны вообще нашему региону? Ну, безусловно, они нам нужны, потому что это наша история, это то, что происходило здесь, на Ивангородской, на Нарвской земле, прошлый, позапрошлый век. Конечно, если мы не будем знать свою историю, то как мы будем смотреть будущее? Сегодня, на мой взгляд, были очень интересные доклады. Они содержательные, они конкретные, с фактами, с документами, с фотографиями. Поэтому я с удовольствием поприсутствовал на этом мероприятии. И хочу сказать, что об этом нужно рассказывать как можно большему числу наших жителей и с эстонской стороны, и с нашей. Ощущение уровня этого мероприятия? Уровень мероприятия очень хороший, очень такие цельные доклады, подготовленные доклады. Я очень люблю историю, тем более это наш родной край, это то, что здесь происходило. Поэтому, безусловно, я стараюсь такие мероприятия посещать сегодня.